нашего города. Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать участников 6-го межрегионального фестиваля народного творчества «Неувидаемый цвет». Дорогие друзья, поприветствуем наших участников нашего фестиваля «Неувидаемый цвет». Владимирская область! «Неувидаемый цвет» выступает Ассоциация развития исторических поселений «Русская провинция» и администрация Гороховецкого района. Для открытия фестиваля предоставляется слово нашему уважаемому земляку, человеку, влюбленному в свой родной город и сделавшему для него уже очень многое. Председатель управления Ассоциации развития исторических поселений «Русская провинция» Сергею Евгеньевичу Рыбакову. Добрый день, дорогие земляки, дорогие друзья, гости, участники. Во-первых, всем огромное спасибо за то, что приехали, собрались. Сегодня, я думаю, участники, как всегда, порадуют нас своими замечательными выступлениями. Вот уже 6-й раз проводится наш фестиваль. Фестиваль необычный. Это, скажем, ну, по стране, наверное, действительно много проводится самого разного рода фестивалей, фольклора, народной музыки, народного творчества. И, может быть, наш «Неувидаемый цвет» был бы еще один из них. На самом деле это не так, потому что, как вы видите, все участники фестиваля, хотя они приехали из совершенно разных областей, из разных уголков нашей страны, и вот уже 6-й раз мы наблюдаем здесь целый вот такой парад представителей разных регионов нашей страны. Но их главная особенность в том, что они, как правило, все из провинции. То есть все наши коллективы из районных городов, из просто городов небольших, из деревень, из сел. В общем, из нашей российской глубинки. И главная особенность фестиваля заключается в том, что он направлен как раз на сохранение вот этого самобытного народного творчества, на сохранение той традиции фольклора, как песенного, там, обрядового, музыкального и прочего, того фольклора, который еще живет где-то в нашей российской глубинке. Может быть, уже многое забыто, не все, скажем, воспроизводится, не все помнится, но тем не менее есть еще такие коллективы, которые хранят вот этот священный огонь нашей памяти и не дают ему погаснуть. Поэтому у меня огромные слова благодарности ко всем участникам, потому что смысл этого фестиваля, конечно же, не в дипломах и не в лауреатах, а просто в том, что мы видим друг друга, что мы общаемся, что мы на этой сцене встречаемся, и что мы не даем угаснуть вот этой вот нити, которая протянулась из давних-давних времен и сохраняет нашу традицию. Конечно же, Гороховец не случайно назван местом проведения. Мы знаем, что здесь все-таки у нас довольно много традиций самого разного рода, и архитектурных, и исторических, и историческая память, и, конечно же, традиции народного творчества. Мы все знаем про наше село Фоминки, где до сих пор живет народный фольклор, где до сих пор живут те русские песни, которые мы знаем давно, и если просто кто-то в курсе, да, а если кто нет, то я вам напомню, что если в советское время выходила пластинка русского фольклора, то на ней обязательно 2-3 песни были из села Фоминки. То есть это вот такой вот уникальный центр действительно нашей русской культуры. Поэтому, конечно, то, что это в Гороховце, это не случайно. И наша ассоциация развития исторических поселений русской провинции организовала фестиваль именно здесь. А я, конечно, очень горд, и мне очень приятно, что это вот на моей родной земле. Еще раз спасибо всем большое, удачного выступления. Показать свое творчество, а зрителям порадоваться и получить наслаждение от прекрасной музыки и песен. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Слово предоставляется главе Гороховецкого района Василию Валентиновичу Бондаренко. Добрый день, дорогие гороховцы.
горчане, уважаемые гости, невиданный цвет, я хочу вам выразить огромную благодарность, что вы помните, что такой фестиваль, уже шестой, проходит на нашей Дороховецкой земле, именно в городе, городе-музее под открытым небом. И вы со своим фольклором добавляете колорит этого города. Это старинный город, как уже было сказано. И ваши костюмы, ваши песни, ваши лица придают нам минуту счастья. Целый день мы будем слушать то, что вы собирали не один год. Я хочу сказать огромное спасибо, что сегодня в нашем фестивале приняли 6 регионов, 12 участников, более 100 человек. И я очень надеюсь, что дороховчанам вы доставите огромное удовольствие своими песнями. Желаю вам, чтобы вы нашли то, что ищете. Желаю вам, чтобы вы были счастливыми. И желаю вам, чтобы вы сегодня обрели новых друзей. С началом праздника. Спасибо. Спасибо, Василий Валентинович. Слово предоставляется исполняющему обязанности главы администрации Гроховецкого района Дмитрию Викторовичу Наумову. Уважаемые жители и гости нашего города, дорогие участники фестиваля, мы рады видеть вас на нашей славной Гороховецкой земле. Вот уже шестой раз наш город становится местом притяжения исторического, культурного, народного достояния именно малых городов и наших исторических поселений. Но сегодня мне хотелось сказать слова огромной благодарности именно Ассоциации Русской провинции, нашему управлению культуры, которые сделали все, чтобы этот праздник становился традиционным. Именно здесь мы готовы приветствовать вас и дальше, в будущие периоды. Ну а сейчас я хочу вам пожелать всем крепкого здоровья, чтобы вы насладились этим праздником и, самое главное, почувствовали себя участниками этого фестиваля. С праздником вас! Всего вам самого наилучшего! Спасибо, Дмитрий Викторович. Шестой межрегиональный фестиваль народного творчества «Неувидаемый цвет» объявляется открытым! Слова для творческих коллективов это, конечно же, очень приятно. Сейчас я коллективу попрошу подготовиться уже к своим выступлениям, можно пройти. И впервые фестиваль народного творчества «Неувидаемый цвет» прошел 21 сентября 2014 года в большой православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Главной задачей фестиваля является выявление уникальных коллективов, хранящих традиционную народную культуру, подлинную народную память российской провинции, конкретных областей, районов, малых городов, поселков, сел и деревень. Мы от всей души благодарим всех, кто отложил в сторону все свои дела и поспешил к нам на фестиваль народного творчества «Неувидаемый цвет». Дорогие друзья, ну вот и наступил самый долгожданный момент. Это, конечно же, выступление наших гостей, участников фестиваля. И открывает нашу программу коллектив из города Городец, Нижегородская область. В репертуаре коллектива обрядовые, игровые, шуточные, лирические, патриотические песни. В декабре 2018 года театр обрядов и народных традиций «Купаленко» достойно представил Нижегородскую область в городе Москве. На 25-й Всероссийской выставке ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка 2018». Мы с огромным удовольствием приглашаем на нашу фестивальную сцену театр обрядов и народных традиций «Купаленко» руководитель Елена Спицына. Встречайте, дорогие друзья, бурными аплодисментами!
Сегодня праздник города, и мы поздравляем всех жителей с этим праздником и желаем вам счастья, любви, здоровья, хорошего настроения, гулять так гулять! Я до полночи, я до белой зари, я до
праздничная ярмарка! Неувидаемый цвет награждается театр обрядов и народных традиций Купаленко. Руководитель Елена Спицына. Давайте проводим наших гостей. Они сразу сейчас отправляются в путь. Бурными аплодисментами. Это лучшая награда. Спасибо. Удачи и процветания вашему коллективу. Следующий участник нашего фестиваля – уникальный коллектив, который работает в жанре аутентичного фольклора. Репертуар коллектива включает в себя традиционные песни, танцы, старинные обряды и обычаи не только Московской области, но и других регионов России. Костюмы, в которых выступают участники – реплики конца 19-го, начала 20-х веков различных губерний России. Ансамбль – участник и победитель многих международных, всероссийских конкурсов и фестивалей. Коллектив награжден дипломом ЮНЕСКО за сохранение песенного культурного наследия. Итак, встречайте, народный коллектив, фольклорный ансамбль «Беседушка», руководитель Оксана Гладких, поселок Архангельская, Московская область. Мама, да!
Городовчане. Привет вам с московской земли. Спасибо. Процветание вашему коллективу. Дорогие друзья, каждый год на протяжении 6 лет, проводя фестиваль, мы стараемся, чтобы его участники получили только самые положительные эмоции от выступления, от нашего древнего города, от знакомства с коллективами из других регионов России, от заботы и гостеприимства. И скажу честно, нам очень приятно потом получать, слышать слова благодарности в свой адрес. И именно в эти моменты понимаешь, что все то, что ты делаешь не напрасно. А когда его участники фестиваля после посещения нашего города пишут стихи, это вообще бесценно.
Гороховец, старинный город, мы в этом сами убедились. Не помешали дождь и холод, когда впервые появились. Повсюду русское, родное, старинных храмов перезвон. Здесь Русь видна, как на ладони, да с четырех ее сторон. Горою лысую гордятся все жители Гороховца. Здесь плакать хочется, смеяться и восхищаться без конца. Ну а еще взмахнуть крылами и в небо синее взлететь, и помолиться вместе с вами, и песню русскую запеть. Встречаете гостей с улыбкой, всех хлебосольно угощаете, традиции земли российской веками свято сохраняете. С икон чудесных зрят святые, еще с древнейших тех веков, их сохранили в дни лихие, в разгул безбожия оков. Кто побывал в Гороховце, тот обязательно вернется с улыбкой милой на лице. Ваш город песней вновь зальется, и заиграют все гармонии, веселье, пляски, шутки, гам. Спасибо вам за фестиваль, за все спасибо вам. Это стихотворение написала Галина Чикеева, участница ансамбля «Сельские зори» после участия в фестивале в 2017 году. И мы искренне рады, что в этом году ансамбль «Сельские зори» из села Таремское Павловского района Нижегородской области вновь участвуют в нашем фестивале. И сейчас они порадуют всех своим творчеством. Друзья, поприветствуем бурными аплодисментами ансамбль «Сельские зори», руководитель Юрий Свищиков. Мой край дорогой, твою лучшую.
надо мучить, зачем же завлекать? Но, ой, это стой, не полуй мой гнедой, а любила это за колесы за рекой. Плечом поведу и глазами подведу, покачаю головой, он на реке мой. Плечом поведу и глазами подведу, покачаю головой. Фестиваля «Неувядаемый цвет» награждается ансамбль «Сельские зори». Спасибо вам огромное! Удачи вам и, конечно же, процветания вашему коллективу! А сейчас, дорогие друзья, мы приглашаем на сцену следующих участников фестиваля. Образцовый самодеятельный коллектив, детскую фольклорную студию «Кудерки» из города Валдай Новгородской области. Руководитель Ольга Кудрявцева. Фольклорная студия создана в 2006 году на базе Валдайского дома народного творчества. Дети занимаются, знакомятся с традиционной культурой, обрядами и обычаями, изучают и исполняют песни народного календаря, игры и хороводы, постигают секреты доступных ремесел. Все полученные знания и навыки стараются донести до зрителей, участвуя в районах, областных, всероссийских праздниках, фестивалях, конкурсах. В 2019 году в Санкт-Петербурге на 4-м международном фольклорном фестивале «Сохраняем традиции» коллектив стал лауреатом 3-й степени. Они для вас исполнят песни своего региона, Валдайского района Новгородской области. «Ой, не ты ли моя черненькая?» Хвойницкого района Новгородской области. «Нам не надо капустку садить» и величальную песню «Жениху и невесте» после сговора Валдайского района Новгородской области «В чистом поле рябина стояла». Аплодируем, дорогие друзья, нашим гостям. Пожелаем им удачи! Пришел вечер, голова стала болеть, все угары зашумели в голове, самовары закипели на столе, шишки чая наливаются, молодцы, горят, собряются. В чистом поле, в чистом поле рябина стояла. Ой-ой-ой-ой-ой, рябина стояла. Буря, ветер, буря, ветер, рябина.
Аплодисменты диплому участника 6-го межрегионального фестиваля народного творчества «Неувидаемый цвет» награждается образцовый самодеятельный коллектив «Детская фольклорная студия «Кудерки», город Валдай, Новгородская область, руководитель Ольга Кудрявцева. Спасибо вам большое. И, конечно же, аплодисменты нашим дорогим гостям из города Валдай. Они приехали издалека, скажем так. Спасибо вам большое. А нашу программу продолжает ансамбль фольклорной песни «Отрада». Руководитель Ольга Смирнова из Красносельского района Костромской области. В репертуаре ансамбля русские народные песни Костромской области и других регионов России. Песни исполняются акапелла. Коллектив существует уже 6 лет. Ансамбль «Отрада» является лауреатом многих международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов и фестивалей. Творчество этого коллектива находит отклик не только у профессиональных музыкантов, оно доступно широкому кругу слушателей. Итак, встречайте бурными аплодисментами ансамбль фольклорной песни «Отрада». Возле рощицы, возле рощицы, возле рощицы дорожник оторна, возле рощицы дорожник оторна, расторным торна.
межрегионального фестиваля народного творчества «Неувидаемый цвет» награждается ансамбль фольклорной песни «Отрада», руководитель Ольга Смирнова. Спасибо вам большое за ваше творчество и, конечно же, процветание и долголетие вашему коллективу. Спасибо. Мы приглашаем на сцену следующих участников фестиваля. Вокальный ансамбль «Дубравушка», руководитель Надежда Гренадерова, город Краснослободск, Республика Мордовия. Коллектив создан в 1986 году. Ансамбль принимает активное участие во всех праздничных мероприятиях района, республиканских конкурсах и фестивалях. Ансамбль имеет различные дипломы и грамоты районного и республиканского значения за исполнительское мастерство. Итак, встречайте наших гостей из Республики Мордовия, вокальный ансамбль «Дубравушка». А искры камина горят, как рубины, и улетают дымом голубым из молодого цветущего ёлева. Стал я угрюмым, больным и сядным из молодого цветущего. Межрегионального фестиваля народного творчества «Неувидаемый цвет» награждается вокальный ансамбль «Дубравушка», руководитель Надежда Гренадерова, город Краснослободск, Республика Мордовия. Дорогие друзья, огромное
огромное спасибо, что вы к нам приехали. Мы надеемся, что мы оставим в вашем сердце частичку нашей теплоты, доброты и нашего удивительного города. Приезжайте к нам еще, мы будем очень рады вас видеть. Спасибо! А нашу программу продолжает коллектив из города Владимира. Народный ансамбль песни «Русская душа». Руководители Неля Андреева и Александр Логинов. Коллектив «Русская душа» существует уже более 50 лет и неоднократно становился лауреатом всероссийских конкурсов. Итак, встречайте наших земляков с Владимирской земли. Народный ансамбль песни «Русская душа». Поселки, пусть поведут, что не ошибиться, не ошибиться.
6-го межрегионального фестиваля народного творчества «Неувидаемый цвет» награждается народный ансамбль песни «Русская душа» руководители Нелли Андреева и Александр Логинов. Спасибо вам огромное! Вы наши уже почти постоянные участники, мы очень этому рады. Удачи вам и, конечно же, долголетия и процветания вашему коллективу. А следующий коллектив является также постоянным участником нашего фестиваля. Встречайте народный хор «Сударушка», руководитель Николай Щекин, Госхрустальный район, Владимирская область. Коллектив неоднократно занимал призовые места на районных смотрах конкурсах художественной самодеятельности. Имеет награды областного значения. Итак, дорогие друзья, встречайте народный хор «Сударушка». Мамочка Россия, Божья славная.
для фестиваля. Регионального фестиваля народного творчества «Невидаемый цвет» награждается народный хор «Сударушка», руководитель Николай Щекин. Спасибо вам огромное. Всего вам самого доброго и, конечно же, процветания. Дорогие друзья, а мы приглашаем на сцену следующих участников нашего фестиваля. Кавер-микс групп Red Wife, руководитель Вера Ефимова, город Вязники, Владимирская область. Основана группа в 2018 году, лауреат районных фестивалей. С глубоким уважением относится к славянским традициям, но при этом им интересно современное прочтение русского народного творчества. Песни, которые они исполняют, практически все люди знают, просто не помнят их. Но когда они начинают их исполнять, люди сразу вспоминают эти знакомые песни и начинают им подпевать. Ну что же, дорогие друзья, давайте споем вместе с кавер-микс-групп Red White, город Вязники. Встречайте! Ну здравствуй, Гольховец, соседушка. И снова встречай на своей земле четырех баб на любителя. Мы начнем. Вы устали, не? Тогда пошли вот так. Подышите. Подышите. Подышите.
есть для вас прекрасные песни. Чуря, 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 чуря.
вас. Дипломом 6-го межрегионального фестиваля народного творчества «Неувидаемый цвет» награждается кавер-микс групп Red Vibe «Город Вязники», руководитель Вера Ефимова. Спасибо вам большое, девчонки. Удачи вам и, конечно же, процветания вашему коллективу. Мы приглашаем на сцену следующих наших гостей из Гусь-Хрустального района Владимирской области. Вокальная группа «Млада», руководитель Трофимова Анастасия. Коллектив неоднократно становился лауреатом районных, областных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Итак, встречайте, вокальная группа «Млада». Россия, ты Россия, мы Российская земля. Россия моя, Россия чистая, славная, Россия моя.
народного творчества «Невидаемый цвет» награждается вокальная группа «Млада», руководитель Трофимова Анастасия, Гусь Хрустальный район, Владимирская область. Спасибо вам большое. Удачи вам и процветания вашему коллективу. Спасибо. Дорогие друзья, а сейчас мы приглашаем на сцену ансамбль «Калина в цвет», руководитель Наталья Морозова, город Гороховец, Владимирская область. Ансамбль «Калина в цвет» существует с 2015 года, является одним из востребованных коллективов в городе Гороховце и Гороховецком районе. Душевное исполнение народных песен современной обработки является отличительной чертой этого коллектива. Ансамбль «Калина в цвет» – постоянный участник городских и районных фестивалей, праздничных концертов и мероприятий. Одна из главных задач ансамбля – сохранение традиций русской народной культуры. Встречайте, дорогие друзья, своих земляков! Ансамбль «Калина в цвет»! Душа вдоль
нашего фестиваля наши земляки. Фолк-поп-группа «Девчата», город Гороховец. Фолк-поп-группа «Девчата» была создана в 2015 году. Три очаровательные и талантливые солистки, которые являются лауреатами международных и всероссийских конкурсов, объединились вместе и своим творчеством покоряют сердца зрителей. Репертуар группы направлен на широкую публику, а лирические композиции в исполнении группы «Девчата» не оставят равнодушным никого. А яркие заводные песни закружат всех в танцы. Ну что, дорогие друзья, продолжаем веселиться и зажигать с фолк-поп-группой «Девчата». Встречайте! Вишня моя, да сада, баня моя, оле, да сада, баня моя, а я тебя садила, сама сеяла, сада, оле, да сама сеяла, сама прялочку взяла, да по себе девочки пошла, оле, да по себе девочки пошла, по себе девочки пошла, да все нас просидела, да по горенке покаживает, он сапога в сапог.
мой цвет» награждается фолк-поп-группа «Девчата». Девчата, огромное вам спасибо. Творческого вам долголетия и процветания. Спасибо. Хорошего настроения, Гороховец. Дорогие наши друзья, фестиваль подошел к концу. Я тут до утра щелкаю, будет пока пленка еще. Все. Спасибо большое. Такого не было. Понятно.